холоднее становится на улице, тем жарче в министериуме. Сегодня в клубе зажигает Люцифер Шоу. Страшно красивая вечеринка на Одесса Fashion Channel. Министериум приглашает всех на самую горячую вечеринку этой зимы. Какие вечеринки больше всего запомнились в 2013 году в министериуме? Мне очень понравился концерт «Горчицы» в министериуме. Хорошо отработали диджеи с Москвы. Хочу сказать, что арт-директора этого заведения подбирают качественных диджеев. А нам остается танцевать и веселиться. Люцифер Project — это самый горячий и зажигательный проект от уже знакомой нам Valerie Star Production. Понравилось ли вам сегодняшнее Люцифер Шоу в Министериуме? Вы знаете, от Министериума я получаю всегда только положительные эмоции. Да, мне очень понравилось. Скажите, как вам сегодняшняя вечеринка в Министериуме? Очень крутая, как и все предыдущие вечеринки. Я сюда прихожу с хорошим настроением всегда и хорошо отдыхаю. От новогодней ночи? Хорошего настроения, хорошее времяпрепровождения, веселья, также исполнение всех желаний в будущем уже году. Уже решили, где будете праздновать? Конечно, в министериуме. Да. 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 Мы не изменяем. Feel the drum beat, just shake that ass. Feel the drum beat, just shake that ass. Feel the drum beat. Скажите, пожалуйста, это ваш первый приезд в Одессу? Добрый вечер, да. Я так думаю, что времени посмотреть наш город еще не было. Немножко посмотрел. И какие впечатления первые? Красивый город, интересные люди, такие своеобразным юмором. То есть надо как-то привыкнуть к этому. Кто продумывает, придумывает? Ведь костюмы танцовщиц меняются каждый дэнс-шоу. Есть такой великолепный человечек, который все это делает, придумывает. Ее зовут Valerie Star. То есть она сама продюсер, диджей и художник. Я не знаю, наверное, много профессий у нее, которые вот все это создают. Ваше первое впечатление от клуба «Министериум», в котором вы сегодня выступаете? Очень дорогой клуб, как бы красивый и хороший звук. Чего вы ожидаете сегодня от одесской публики? Отдачу, как улыбочек много, и хорошее позитивное настроение. У нас скоро Новый год. Осталось не так много времени. Скажи, чего же ждать гостям Министериума в этот прекрасный праздник? Мы приготовили для вас самую лучшую украинскую группу открытия 2013 года. Это группа Hard Kiss. Невероятно энергичные ребята. Приходите, будет весело, танцевально и незабываемо. Плюс к этому будет самый наш любимый диджей, самый светлый диджей. Это диджей Light со своими всеми лучшими треками. И все лучшие номера от шоу-балета «Манифик». Итак, дорогие друзья, если вы хотите окунуться в сказочную атмосферу новогодней ночи, приходите в Министериум и почувствуйте ее. Новогодняя атмосфера в Министериуме чувствуется все больше и больше. Приходите и почувствуйте сами. Увидимся совсем скоро на Одесса Fashion Channel.